копий пришлось покопать. На каждой книге, получается, я сэкономил 31 тысячу. Вот какие вопросы люди задают, я поэтому так, как говорят, на скидку. Издать такие книги сегодня невозможно. Вот этот трехтомник мы переиздали сейчас. 2000 экземпляров. Стоимость за миллион зашла. Это абсолютно невозможно. За 8 лет стоимость издания в 19 раз повышалась. Ты спрашивают, а как можно было издать так книги? Слух, прочтите, пожалуйста, вот эти строчки. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной химической компании «Щеки на Азов». То есть вот такие находятся люди, к которым попадают книги. Ну, «Свободный курс» газету знаете. Кажется, там генеральный директор «Алтапресс» Пургин. Он помог нам 250 тысяч, что это работа была. Возьмите, смотрите пока. Так, где мы приходим? Мы вот такие вот распространяем, и мы вам оставим, чтобы вы тоже это... Попытались давать людям, прочитайте, пожалуйста. Дело в том, что мы библиотеку ставим не ниже администрации. Людей нужно привлечь к знаниям. Это вы, Игнатий? Да, это я. Православный крест. Посмотрите, пожалуйста. Вот, которые приходят к вам люди, им вот это вот, вот такое вот, мы специально отпечатали. Мы оставим, сколько сможете раздать, чтобы людей привлечь к библиотеке. Да, а вы из Барнаула или нет? Да. Нет, а кто там как благословил? Вот прочитайте. Нет, я просто спрашиваю, потому что мне дарили из Заокской духовной академии. Это адвентисты сегодня. Да, поэтому я спрашиваю. Но. Это православная. Видите, вот смотрите, православный епископ Максим благословение. Она как бы автобиографично, два священника пишут о мне. И о том, как мы строим деревню. Вот мы стоим с Баварином. Такой мэр был, погиб. Владимир Николаевич Баварин. Вот. Это я с патриархом. Ясно, что это не на улице. Пап, ну мы пошли, да. Мы пошли. Леша, тише. Эта книга является ключом к остальным. Теперь спрашивают, так книги вот так издают. Ну, ясное дело, для просто показать сбоку, так ли. Ну, любой библиотекарь скажет, как эта книга и смотрится, и прочее. В Барнауле не издают, они не могут. Единственная типография, которая так издает, это вот. Можете посчитать? Они все одни и те же или в каждом? Это все разное. Все разное. Это 30 томов открытым оком. Посмотрела, что там ответы разные на вопросы. Вопросы разные, ответы. Вопросы разные. Второй том – это как беседовать с сектантами, с баптистами, с адвентистами. А, вот они по томам. Да. А, я говорю, вот православные, что должен сектант отвечать, как я должен ответить? И когда мы с ними беседуем, тут никаких нападок, ничего нету. Просто мы делимся знанием Писания. И они понимают, они не церковь. А вот Заокская была, я с ними знаю, профессора. Ой, какое стихотворение хорошее. Жизнь продолжается. Вот видите, так. Вера. Тут одна из... Вот эта книга, она не наша. Я оставляю на русско-немецком Новый Завет. Для студентов. Это просто подарок. Вот это вот. Это наша беседа с Александром Менем, священник, который убит. А, и да. Больше нигде нету. Вот 20-й том. Открыто. Тут еще на что обратить внимание. Вот это вот трехтомный. Это Новый Завет. Полное толкование за 2000 лет, впервые вышедшее в одном издании. Это какая? Правда, который? На втором вышло сейчас. Которая? Красный трехтомник, он там в углу. А можно посмотреть, вот вы зайти? Какой именно? Трехтомник. Что вот это толкование этого... Ну, Полное толкование. От Матфея до вместе с Апокалипсисом. Угу. По всем святым отцам собрано. И тоже 297 моих комментариев о том, что необходимо проповедовать, нести Слово Божие. Вот, допустим, вы знаете, зеленый свет – это главный свет у мусульман. Здесь я разбираю весь Коран. По сурам и аятам в сравнении с Библией. Что было о них сказано за 1300 лет. Как нам прийти к мирной жизни во Христе? Это у нас ребятишки. Это она, у нас одна в деревне держит 6 пород куриц разных там. Ну, я лагерь привел, чтобы дети знакомились. Это ребятишки рыбачат. Это все наши фотографии. Видите?
какие они. И чтобы они стали смотреть, вот, пожалуйста, это в каком месте, это тоже наши ребятишки собрались. Детский лагерь, он начальник еще. Какие фотографии, надписи, священное писание, то есть оно должно заговорить. С родителями детей, да. И так, и так. Это игла, это, знаете, лапки, видите, игла большая, они всех творили. Это под Бармалон, да? Так. Мамонтовский район. Игнатий, хоть у вас телефон. Мамонтовский, это ж не так далеко. Ну, это же за рукой.